Доун? Меня зовут Доун? Доун — это закат. Починить последний аттракцион. Окей. Починил и починил, ладно, не суть. Но это было клево. Взяли так 2D-платформера, засунули сюда. Так, по смыслу еще подходило. По сюжету. Мать твою, сюжет есть в платформере. Японцы до сих пор думают, что сюжет платформеру не нужен. Нет, вы что, зачем? И здесь, конечно, ни хера нету, да? Я зря здесь бегаю. Здесь вообще невидимая стена. Ладно, простим ребятам. Такие подглюки. Все-таки это инди-разработчики. Они работают с Unreal Engine 3. Создали большие локации. Вид от третьего лица. И так далее. Еще и железо им, наверное, дали. Ну, оно, конечно, как и все говорят, разработчики хорошие, но, видимо, незнакомое было. Так что оптимизировали то, что у них было уже... Уже было. Оптимизировали для PlayStation 4. Ну, посмотри на это. Это все выглядит прекрасно. Не знаю, что такое гэнгвей. Знаешь, что такое гэнгбэнг, а гэнгвей не знаю. Дух из глубокой... Из глубины откуда там. Я опять что-то пропустил, смотрите. Не знаю где. Кораб... Пиратский корабль... пиратскому кораблю нужно обслуживание, или он заест. Не знаю, где потерял эти коллекционные предметы. Они где-то валяются, наверное, в заднице, в которой я их не вижу. Хераси! И чё? И куда мне его? Нужно Диди на... наверх отправить. Вижу. R2, чтобы повернуть объект, зачем? Фак. Понял. Надо куда-то сюда поставить. Нет. Можно как-то поднять? Если поднять можно было бы, то вообще классно. Вот он должен стоять тут, чтобы я мог его... Чтоб я мог на нем запрыгнуть. Наверх. R2, чтобы... Ну блин, я... Если бы она его подержала, то было бы вообще классно. Вот я бы сейчас запрыгнул. Ну так. Мне говорят, R2, видимо, перейти в режим R2, чтобы встать на этот объект, но... Так. Что-то я не осознал сейчас. Нужно выше поднять. Понял. Похоже. Надо поставить ее под. А подвинуть можно?
Нифига не понял сейчас. Мне надо забраться наверх. Но для этого мне нужно поставить кубик так, чтобы он выглядывал из-за стены, чтобы я мог на него прыгнуть. Может как-то так поставить, вот сюда вот. О, и правда. Хм. Надо было его на перила поставить. Это было что-то не потрясающее, могли бы такую херню не устраивать. Капитан на борту, поднимай якоря, она говорит, бла-бла-бла, и малявка. Воу. Найти путь, чтобы открыть двери. Ага. Нажимаю вверх, ничего не происходит, кстати. Что сейчас происходит вообще? Сейчас вообще ничего не происходит. Вверх нажимаю, ничего не происходит. Вниз тоже. Я не знаю, что это было сейчас. Честно. Окей. Ну, это как понятно. Открыть можно, просто поставить квадратик здесь. Квадратик. Кубик. Во? What the fuck? Я не знаю, что происходит, ребят. Ладно, вот так надо было сделать. Так, один на крыше, один внутри. А, это он сам автоматически начинает двигаться. Окей. Фак, но мне он нужен... А, его нельзя взять теперь. Взять теперь, отлично. Все намного проще оказалось. Holy shit! Какие-то необдуманные поступки сейчас совершил. Надо было сначала забрать, наверное, все-таки этот. Фу, я вернулся назад. I'm back, детка! Она прыгать с ним может ведь, да? Nope. Так. Вот это я зря. Похоже, я сейчас все сломал. Хотя... Она же не может с ним слиться вместе, да? Нет, может. Все понятно, это заводится. Он заводится, потом начинает потихонечку ехать. В смысле, штурвал. Давай! О, господи, у меня нет ног. У меня нет колен. Что я сделал не так? Почему меня лишили колен?
Вот же дерьмо. Все готово, надо было. Я подумал, что надо поставить. Нет. Нет, все верно. Или нет? А хер его знает, правильно я сделал или нет. Сейчас посмотрим. Я подумал, что кубик надо было. Кубик, что надо было его сюда поставить, на зеленую. А сделал все наоборот. И может быть, с ним можно было войти вместе и. В тот прошлый раз. В том объекте. Так, и чё? А чё мне делать теперь? А чё ты, девочка, не заходишь-то? А где еще один кубик? Где кубик? Слушайте, вообще без понятия, где кубик может быть. Не видел, не знаю, не хочу. А, может быть тот. Который сзади. Или он исчез? Нет, вот он. Вот он, собака. Я подумал, что этот кубик можно... можно послать в жопу, мол. Все, я тебя кинул, продинамил. Нет, однако. Нет! О, боже. Боже мой, что не так с этой игрой? Все плохо. Она снова стала в позу Т. Сейчас кубиком, значит, едем туда. Я с кубиком в тень, никто не против, нет, с кубиком в тень. Я мисс Кубик. Чё, что не так? Смотрите на это. Потрясающе. Потрясающий скриншот. Бедный мой твиттер. Я его так изнасиловал сегодня этими скриншотами. Я не знаю, как это вообще возможно. Поэтому я не буду спрашивать, хорошо? Как можно войти с материальным кубом куда-то и затем... И затем выйти. О, это что-то из пиратского лексикона, не знаю, не буду переводить. Как-то там по-любому есть литературная фраза, которую, естественно, не знаю. О, осторожно, чуть люмов не забыли. Люмчики! На полной скорости вперед! Вниз, куда? Что-то там вниз, бла-бла-бла. Отлично. Где мы? У меня лучше получается. Он должен нас атаковать ведь вроде, или он застрял? Ей! На PlayStation 4 есть тентакли! Ну все, в Японии эту приставку полюбят теперь основательно и бесповоротно. Ну что вы, как можно без тентаклей? В кинематографе есть тентакли. Ну, этот, Release the Kraken! В атаке Титана, что ли, или как этот фильм назывался, убогий? Хватит уже так делать, пожалуйста! Серьезно, это какой-то нехилый такой баг в игре. Вижу, куда меня зовут. Вижу здесь, куда меня зовут. Нет, так не получится. Странно, так 3D переходит в 2D неожиданно. Воу! Осторожно! Слушайте, она снова застряла! Ладно, хоть из этого можно так выбраться. Капец просто!
Фак. Вау, сколько... Какие дикие баги. М-м. Как же трюм надо достать? А-а-а. Вижу. Вот это да. Так ведь можно и мозг сломать. По мнению игры, я теперь стоял... Понятно в чем. Что дальше? И что дальше? Ну, почти. Я не знаю, что здесь делать. Ладно, пойдем сначала туда, если что. Люмов захочу попозже. Честно, не понимаю. Фак. А, так слушайте, здесь как раз проход наверх. Не совсем я понял, что мне надо делать. Фак. Ну, там есть лодка, на нее как-то можно запрыгнуть, наверное. Ладно, может где-то есть еще что-то. Давайте это оставим, но попозже. А сейчас пойдем в другую сторону. Может башка будет соображать лучше. Ты-пы-ды-пы-ды. А, скорее всего, это надо было сделать. Какой поворот! Что-то страшное творится! Зловещий шар! А, вот оно что. Ну, сейчас-то намного проще. Разве не должна лодка еще раз выстрелить? Спросила девочка. Вообще, это куда-нибудь приведет? Фак, куда я пропал? Пропал? Куда я пропал, да? Куда я упал? Господи, все в тентаклях! Просто отыгрыш роли потрясающий. Так, теперь надо суметь туда запрыгнуть. Вау. Коллекция люмов пополнена. Но, блин. Да что ж такое-то, а? Все, теперь туда не запрыгну никогда. Не вовремя начинаю прыжок. Встанем сразу здесь. Ну, капец, приехали! И как теперь туда запрыгивать? Попробуем до верха доехать. Вау.
Нет, не долечу. Фак! Наконец-то. А это что такое? Надо было сразу это сделать. Чё ты остановилась? Я вот этого не понял. Ещё вон там наверху, наверное, что-то есть. Вот это интересно придумали. Да нет! А, скипнем. Как мне его взять теперь? Слушайте, мне теперь нельзя взять. Смотрите. Скипай! Я нажимаю скип, он не скипает. Ребят. О, боже мой. Потрясающе. Я он не скипает теперь. Отлично. Теперь, когда рядом лежат... шар и вот эта хрень, нажимаемая кнопка, я не могу забрать шар. Посмотрите, все забаговало. Мне что нужно? О, с последней сейва я такой жопе, пипец. Стадо кретинов, а вы вообще свою игру делали, нет? Проверяли, точнее, нет. Что нужно сделать? Надо этот шар взять, встать в тень, подвести ее к этому крюку, и потом выйти из тени. Но я положил шар рядом с кнопкой, и теперь она всегда будет нажимать кнопку, если я не перезагружусь. Просто потрясающе! А вы не могли это проверить? Охереть! Вы жопой, что ли, делали свою игру? Капец! Вы чё, издеваетесь надо мной? Потрясающе. Здесь хоть люмы-то собраны, нет? Ну, здесь вроде починено все. Потрясающе. И сейвы просто замечательные, чтоб переигрывать полчаса геймплея, ага. Ладно, хоть один тракцион, но не все надо чинить. Здесь собрано все. У меня осталось 8. Так, тут все собрано. Тут собрано. Просто 5 с плюсом. Ну, я теперь понимаю, почему они такие сделали разрозненные сейвы. Потому что, ёптать, багует все нахер! Приходится перепроходить. Нехило такие части геймплея. Ну, когда не скипается ролик, когда тебе предлагают его скипнуть, это уже совсем капец. Вау. Молодцы, ребята, 5 с плюсом. Вот все, что надо было сделать на самом деле. Или нет? А, это все, что нужно было сделать, если честно. Но вот этот пазл, конечно, просто потрясающий. Идиотизм. Вселенский идиотизм. Ну ладно, хоть знаю, что надо делать теперь. Все быстро пойдет. Бла-бла-бла, крутим это дерьмо, потом поднимаемся наверх, забираем эту херню. Уходим отсюда.
Давай, скорее! Скорее игра, скорее, мать твою! Ну, конечно, с шаром они просто облажались. Так. Потрясающе. Не, ну вот это бред уже какой-то, если честно. Вот это вот то, что сейчас происходило. Восемь из 15, по-моему, мне какой-то не засчитали. Ну ладно, не суть уже. Да-да-да, я все это про все это в курсе. Не надо мне показывать 300 раз. 300 раз это какой-то матерок. Поехали. Давай, женщина-квадрат, дубль 2. Только не останавливайся прямо здесь. Прошу. Ну ладно, здесь даже смотреть ни на что не пришлось. Окей. Так что пофигу. Ничего не пропускаю, не? Вроде ничего не пропустил. Скип, это все видели. Просто потрясающе, теперь еще прогрузку ждать. Это тоже все видели, насрать. Бла-бла-бла, я это бы тоже скипнул. Не знаю, здесь ничего потрясающего нету. Не, ну, до меня главное дошло, как пройти эту головоломку. Но, ёптыть, игра. Игра отожгла. Это скипнуть можно? Скипаем. Бла-бла-бла. Вот эта херня меня раздражает. Сраный прыжок. Еще и ждать, пока он прилетит назад. Ходить в тень, ждать, пока он поднимет свою паклю. Мам, на этот раз с первого раза получилось. Чтобы не возвращаться пикулями. Или придется? Нет, не придется. Чего? Чего? Чего сейчас было? Еще разок. А, понятно. Я видел, что меня подбило. Там меня сверху что-то прижало. Вау. Так хватит его бросать-то. Что у тебя за руки крюки такие? Вот так надо было с самого начала сделать. Нет? Хм. А, вижу. Надо просто здесь его скинуть. Это что-то необычное. А, ну да, он просто из тени вышел и превратился назад. Капец. Замудрено как, а? Козёл. Блин, ну он хотел сказать, йоу, бич, бич! Я такое чувство, что там еще что-то есть. Ну как туда добраться, черт его знает. А, вижу. Ага. Я хочу туда еще пройти. Попробовать, по крайней мере, можно ли туда добраться.
Ну не зря же эти тени поставили. Может, они их как-то использовали. Алло. Фак. Я так добегаюсь до того, что, ёптать, мне некуда будет идти. Я опять застряну где-нибудь в жопе. Так, надо посмотреть. Вот здесь что-то есть. Да пошел ты. Да нет. Во, другое дело. Где я? Что происходит? Короче говоря, насрать. Нельзя туда. Я буду думать, что нельзя. И ничто меня не остановит. Там ничего нету, ничего не блестит. Я попытался. О, нет, это вихрь. Он нас всасывает. А мы утопаем. Это Дэвид Джонс. Что, локер? Неважно. Шкафчик Дэвида Джонса. О боже мой! Как страшно! Опять все заверло? Окей. Сейчас я тебе доставлю последний блоу. Это моя работа, доставлять блоу. Явно не так. Вот так вот. А серьезно, так на халяву? Целый один люминарь. А? Так. Алло? Я здесь. А, мне ядро что ли нужно? А где им ядро? А, вон оно. Что там делаешь, падла? Может, еще что-нибудь есть? Вкусняшки, вкусняшки. Вкусняшки. Ох ты, мать твою. Почему не могу сюда зайти? Я же должен сюда люминарии вставить. Моя хотеть зайти сюда! Вы все вонючая свинья! Вау. Меня удивляет, как она не может передвигаться по ровной местности. Господи, она на канаты залезла. Акробат сраный. А-а-а. А, я знаю, что надо сделать. Нужно его скинуть, и он сам скатится. Когда я сейчас подниму его выше. Он не будет скатываться? Окей. Тогда все проще намного. Я подумал, что надо подождать, пока он скатится и так далее, но нет. А я не знаю, что-то пришел к пушке, думал, надо просто всего лишь ее нажать кнопку, чтобы она заработала, ну ладно. Внизу еще дверь была, в которой можно было ставить люмы, но почему-то мне не дали ничего сделать с ней. Странно. Вау, этот ролик пробежал столько времени. Next gen! Бэм, бич! О боже мой, мы же ничего не сломали, так ведь? Может быть, мы можем выбраться этим путем? Интересно, а чего было, если бы у меня не было люмов здесь? Некий способ открыть дверь. Ну блин, легкий способ, на самом деле. Пойк! 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 Все? Надеюсь, мы ничего не сломали. Может, здесь нет ничего сломанного. Может быть, здесь все то, что забыли. Наверное, можно было еще просто принести второй раз
Хотя, нет, мы же все сломали. Интересно, что было, если бы я люмов сюда не притащил? Что бы было тогда? Ну, полагаю, папа купил это. У него одна вещь, которую он забыл сделать. Это все где-то в комнате контроля или в комнате engine room, как это переводится. It's dark out there. How are you gonna climb on shadows if it's dark? Hey! This is that maintenance room I was talking about. Why didn't I... Ты чё ушла от меня? Ты меня подожди, ты же NPC. Эй, а как мне туда попасть-то? Вот сейчас не понял. Там есть какой-то проход? В общем, она что-то там сказала про комнату обслуживания и исчезла. Наверное, за этой стеной. Я думаю, мы можем все перезапустить. Я знал, что это что-то легкое. Книга обслуживания пиратского корабля. Точки смазки для каких-то там приспособлений. Я думаю, всего-то нам нужно сделать, это что-то здесь дернуть. Да, дернуть, это все, что нужно сделать, Илья. Чаще всего тебе нужно просто дернуть. Are you ready? Okay. Ah, three, okay. Two, one, go. Uh-oh. We didn't break anything, did we? Как все погружается-то. Прямо на ходу. Next gen. Как забрать тут люм? Да такая тишина наступает в этой игре. Ладно, люм забрал, окей. Are you ready? Okay. Three, two, one, go. Я нажал теперь, когда она сказала go. Нам бы просто подождать. Я думаю, мы починили все это дело. Мы починили все. Акт 2. Вещи, из которых созданы мечты или сны. Пойти под... под навес цирка. С отличным FPS ниже 30, в районе 20. Серьезно? Вау, ну вы обосрались, конечно. Ребята, кто создавал эту игру. Так. Еще какой-то... Я что-то пропустил где-то. Вот это где-то пропустил. Не знаю где. Может где-то блестяшки есть. Давайте еще оглядимся. Ну вот там точно нет. Тут нет. Короче говоря, неважно. Ну пропустил и пропустил. Перезапущу потом заново. Соберу все. Если вдруг захочется. Да, игра очень своей тематикой смахивает на Рейн. Винченцо вернулся. Эй, что ты думаешь, Винченцо? Хотел победить с нами? Они сделали то, что... я вернул свой баллон, у меня теперь есть принцесса для моего шоу, и мой пиратский корабль хорош.
Так что, значит, вы человек слова, конечно. Рассчитывай на это. Все здесь. Нужно тебе помочь с твоими вещами. Я не хочу, чтобы кто-то работал над моими вещами. Приведите мне народ, мистер Фенрис, а я дам вам потрясающий концерт. А зачем вам нужен этот цирк? Ведь я знаю, кто ваши инвесторы. Мне нужно мою дочь и жену вернуть. Без Кэт и Диди я, в принципе, наплевать, что сделают со мной эти гангстеры. Так что этой толпе лучше прийти. Я не поговорила с ним. Я не поговорила с Винченцо. Вау. Все, полагаю, конец второго акта это был.